победу и в огнях салюта, будто гром. Запомните навек, что в сражениях каждую минуту, да, буквально каждую минуту, погибало 10 человек. Как понять и как осмыслить это? 10 крепких, бодрых, молодых, полных веры, радости и света, и живых, отчаянно живых. На 8 фронтах моей отчизны уносил войны водоворот каждую минуту 10 жизней. Значит, каждый час уже 600. И вот так 4 горьких года, день за днем, невероятный счет. Ради нашей чести и свободы все сумел и одолел народ. Мир пришел, как дождь, как чудеса, ярко-синью душу опаля. Вешний вечер, птичьи голоса, облаков вздымая паруса, как корабль плывет моя земля. И сейчас мне обратиться хочется к каждому, кто молод и горяч, кто б ты ни был, летчик или врач, педагог, студент или сверловщица. И неплохо б каждому из вас, а ведь есть душа, наверное, в каждом, вспомнить вдруг о чем-то очень важном, самом нужном, может быть, сейчас. И сметя все мелкое, пустое, скинув скуку, черствость или лень, вспомнить вдруг о том, какой ценою куплен был наш каждый мирный день. И судьбу замешивая круто, чтоб любить, сражаться и мечтать, чем была оплачена минута, каждая, при каждая минута, смеем ли мы это забывать? И шагая за высокой новью, помните о том, что всякий час вечно смотрят с верой и любовью вслед нам те, кто жил, во имя нас. Победа выстраданная, долгожданная. Какую страшную цену наш народ заплатил за нее. Но у Бога все живы. И люди со старых довоенных фотографий сегодня вместе с нами шагают в бессмертном полку. Течет река бессмертного полка и обновляется новыми героями. Не хочет отступать зло. А мы не хотим отдавать на поругание святую Русь. И поэтому снова в строю воины России. Внуки и правнуки героев той войны. За память. За веру. За Отечество.